1 июля в России вступил в силу новый ГОСТ. Автомобильные и транспортные средства – единичные методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия. Согласно документу, водителям нужно согласовывать установку нестандартных спойлеров, бамперов, фаркопов, лебедок, фар, газобаллонного оборудования, выхлопных систем и элементов подвески. В регистрационных документах должны быть отражены все изменения в конструкции автомобиля, предупреждает ГИБДД. За управление машиной при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, предусмотрен штраф. За первое нарушение он составит 500 рублей, за повторное водителя оштрафуют уже на 5000 рублей и отберут права на 1, а то и 3 месяца. Кроме того, есть риск прекращения регистрации такого авто. Чтобы этого не произошло, нужно в течение 10 дней исправить все нарушения и предъявить ГИБДД автомобиль.